Вот такая вот фигня, то есть получается вот третье дерево отсюда я задел. И посмотрев ДВР-ку, я понял, что видеосигнал был еще 6 секунд, потом отрубился. То есть падал он 6 секунд. 6 секунд — это много. То есть летел он, ну это было 5 S-бата, жарили, конечно, в полный, вверх, на полном газу. Скорее всего, он летел на ту сторону. А что на той стороне? А там у нас река. Скорее всего, он упал в реку. Сейчас мы будем пытаться что-то придумать. Пойдем посмотрим, что там в этой реке. Может быть, найдем, а может быть, нет. Придется вернуться позже для спасательной операции. Раз, два, три. Вот это дерево. С верхушку самое зацепил. И вот так каким-то образом упал, скорее всего, вот сюда. Вода, как видно, прям очень темная, мутная. Не знаю, шансы, мне кажется, здесь не очень высокие. Что-либо здесь откопать. Ну и течение, по-моему, здесь тоже нехилое такое. Ну, блин, очень сложно так что-то сказать. Тут реально настолько мутная вода. Видимость реально 20-30 сантиметров, поэтому, ну, не знаю. Чего? Здесь звук был? Есть вероятность, что он все-таки вон там наверху застрял и батка отсоединилась. То есть я вот сейчас пытаюсь на аппаратуру что-то поймать, на аппаратуре тишина. Вон там только что пакет какой-то был, блин, он утащил его на дно. Очень медленно течет, то есть течение, несмотря на то, что там какие-то пороги, течение не очень сильное. Кроме того, глубина здесь, я сейчас окунул, ну вот приблизительно вот до сюда, то есть... Ну сколько это? Сантиметров 60-70, то есть глубина небольшая. А, скорее всего, мы полагаем, что здесь просто ила очень много на дне. Он достаточно мягкий, но не такой, чтобы коптер провалился еще глубже. Так-то здесь, конечно, глубже обычно. Да, пакет плавает, коптер не плавает. Как видно, вот такого примерно течения. Не очень сильное, но пакет переплыл, да. Но я надеюсь, что коптер все-таки тяжелый, он на дно встал и стоит где-то вон там, в том блоке на дне. Так, друзья, настал вечер, сейчас собрались тут с друзьями, пытаемся выудить коптер. Надежда была на то, что в темноте лучше будет видно, если мы будем фонарь в воду пихать, и тогда он хорошо отражает, поскольку солнце сверху не мешает. Сейчас мы сделали вот таких длиннющих труб, там типа такой вот грабли на конце, пытаемся шерстить по дну. На самом деле там не очень глубоко, там глубина, ну не знаю, может быть полметра, метр, ну что-то совсем, но не глубоко. Если что, залезть туда не проблема, но я не хочу туда лезть наугад. Прошло 2 часа, ну, и результаты пока нулевые. Там парни вон пытаются со спиннингом, мы вот с этой граблей, сейчас покажу граблю, как сделали. Не очень жесткие вот эти вот проволочки, поэтому они слегка подгинают, ну, и на самом деле можно было бы, наверное, чуть шире сделать. Смотали их вот так просто из куска провода, такого проволоки, какая-то вязальная, по-моему. Маловато, наверное, объем, который он покрывает за раз, и вот здесь вот, ну, достаточно большое это поле. Сейчас ребята поехали за металлоискателем. Металлоискатель вещь хорошая, но не знаю, работает ли она или нет. Привезут металлоискатель, привезут химзащиту, там какой-то комбинезон вот до сюда по подмышке, и полезем внутрь, наверное, я полезу. Тут... Там глубоко, ты думаешь? Да, глубоко, здесь меньше. Сейчас я пойду туда, потыкаю свои грабли. Пока, в общем, результатов нет. В открытый космос. В одежду специальную. Аник, помаши ручкой. Друзьям помаши ручкой. Реально, просто не води по бидону сильно, чтобы они не порвали. Людей соберется, блин. Мокрый Аник. Лесачок, веди. Ты
три часа, 3,5 часа прошло. Я сейчас походил в этом комбинезоне здесь. Ну так, чисто для пробы походил. Понятное дело, завтра, наверное, днем буду ходить уже. Потому что, ну, я более-менее наугад походил, полазил. Вот с этим сачком поводился. А, сачок, тема прикольная. Хорошо собирает, но пока результатов нет, опять же. Тем временем ребята смотрят, у кого как очки, у кого как мониторчики, шлема. Тут вот ребята летать собираются, судя по всему. Ты лететь собирался? Не, я хочу посмотреть, как в темноте камера работает. А. Ну, взлетать будешь подниматься? Ну, так визуально только надо. Ой. Народ вон на чем летает. На чем народ летает? Вот народ. Под шарки, китайский промышленный комбинат. Рамка, я вот, ну, когда это было? Это в декабре, по-моему, раза прошлого года было, больше полутора лет. Да, очень живучая рама оказалась. В принципе, вот обработал только клеем края и все. Но это не повод, Коля, радоваться. Я не, все равно мне не нравится твоя рамка. Ну, в общем, да, в свое время, конечно, неплохо сделали. У меня такая рама прожила примерно 4 месяца или что-то вроде того. И потом начали вот лучи вот здесь деламинироваться. А так? Ты его видишь, что ли? Что там? Это камера, что ли? Он плывет, быстро. А, видимо. Что это? Это атака. Чувак! Визуали, коптер в реку утонул, уронил. Что, ты залезаешь? Залезаю, конечно. Ну блин, он где-то вот здесь, пока далеко не уплыл, залезай. Одевай штаны. Так, держите это, вот так вот подержите, чтобы не тек. Держу. Да. Вась, ну ты даешь. Это твой? Не мой? Рядом, смотри. Во вкус рядом, второй лежит. Ёлка, а как у него батарейка отстегнулась? Тебе повезло, он, видимо, во время... Дерганул. Ты его дерганул? Ну, в смысле, я зацепил, пока он падал. Но... Возможно. Ну, да, полетик я загерметил. Так, спасибо, что мы пригодились. Хотя бы раз спасло. Все выживет, просушите все, феном подуть. Потряси его. Экстрим? Понравилось? Да, вообще, очень. Завтра продолжим. Алик, твоя очередь. Давай, так. Рыбкой вот так, чисто. Нафиг штаны. Не, ну. Алик, передавай привет. Пока пойдет, еще буря будет. Осторожней. У нас тут ураган уже начался. Там ребята стоят. Мы сказали, что айфон утопили, они там чуть ли не сразу раздеваться начали. Ну, в общем, сейчас занимались тем, что сетью пытались протыкать. Натянули сеть между двух палок, пытались по дну протащить. Вариант неплохой, но сеть не очень тяжелая, она всплывает, нужно больше грузиков. Может быть, ближе к вечеру еще раз повторим, потому что сейчас уже времени свободного нет. Но пока результатов так и нет. Ну что, друзья, сказать, там вот уже третий день идет дождь за окном. Мы прошлись еще раз сеткой, но суть это не поменяло, то есть так пока ничего не нашли. Наверное, придется на данный момент пока прекратить поиски, но после такого дождя там, во-первых, его могло и илом замести, он мог и дальше уплыть, и много чего там могло с ним произойти, но и я думаю, электроника там уже не, на самом деле не жива. Спустя двое суток после того, как мы его ищем, электроники, скорее всего, капец. Как бы она ни была загермечена, потихоньку она превращается в как. В связи с этим будем ждать, скорее всего, зимнего периода. В зимний период вдоль этой речки ничего не течет, река более-менее замерзает. И вот, насколько я понимаю, пускает по какому-то запасному каналу. То ли под землей, то ли сбоку идет он вдоль бетонной какой-то там стены. Ну, в таком формате, то есть на данный момент там особо делать нечего. Мы поискали как могли, потратили очень много времени. Можно еще потратить и, возможно, его найти. С другой стороны, потратив еще день-два поиска, мы, опять же, ничего не найдем.
Ну, расход часов, людей, помощи моих коллег, это, конечно, колоссально. Я всех безумно благодарю за то, что помогли мне, хотя бы попытались мы что-то найти. Конечно, ситуация комичная, на ровном месте потерял коптер, но я даже не знаю, со своей стороны, что бы я мог сделать иначе. Ну, возможно, не летать возле речки, но там до речки реально очень далеко, поэтому, ну, даже такое. В общем, если понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео, заглядывайте в описание. Оставлю там сетап коптера, можете посмотреть, попускать слюни, но там особо ничего такого нет. Средний такой коптер, не самый дорогой, ну и не самый плохой. Самое обидное, пожалуй, из этого всего, это приемник Crossfire, потому что ее довольно сложно найти в наличии, а эта штука действительно не дешевая. Но с другой стороны, кто не летает, тот и не теряет коптер. На этом все.